И снова всех приветствую, дорогие друзья. С вами Бардок Роу. И мы продолжаем проходить The Long Dark. Так, ну что ж. Тут даже маркер показывает. Круто. В общем, поищите припасы на заправке. То есть я открыл карту, и все стало намного проще. У меня был план на стриме. Точнее, после стрима бегать и фармить кроликов, чтобы достаточно еды найти. Но по факту вот у нас задание, это пойти на эту заправку, и там, по идее, должны быть припасы. До заправки я дошел. Вот она. Пойдемте поищем, что тут есть съедобного. Твою мать. Какой-то чел. Палка. Гриль. Место для готовки. Прикольно. Стол из металла неизвестно. Здорово. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. And it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just a storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be. Back to normal. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded. Left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Странный чувак. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Странный чувак. Подожди.
Подожди-ка. Не, ладно, я уже подумал. Я уже тут все во всякие теории решил верить по типу того, что это... Что это я из будущего. Так. Чё, кстати, у меня тут со здоровьем все хорошо. Ладно, чё, давайте нам надо еды набрать. Так, напиток. Масляная лампа, класс. Это реально круто. Весло. Угу. Так, тут тоже дофига картонных коробок. О. Тоже неплохо. Но я так понимаю, мне этих крикеров реально надолго хватит. Мы тут реально еды найдем для квеста. Деревянные ящики. Сейчас тут еще что-то будет, да? Да. Кола. Кола — это неплохо, она тоже еду восстанавливает немного. Чуть вас не забыл. Так. Вдруг что-то там в коробке было. Так, так, так. Банка кофе, бумага. Еще крекеры. Банка. Побольше бы таких мест, и можно было бы жить. Кстати, лишайник. Ладно. Достижения, понимаю. Так, покинуть магазин. Спальник берем. I might have to drop some gear. Угу, обязательно. Большой дороге. Так, отдыхать.
такой уж и большой мне перевес, кстати. Вопрос только, что мне делать. Костер разводить смысла нет. По факту. Я могу вот сюда сложить просто. А то 10 килограмм не пойдет. Сюда. Тридцатка, отлично. Так, что мне не надо? Древесину забирай. Это забирай. Это забирай. Книгу. Эти спички сюда положим. Так, теперь по поводу перчаток. Что эти перчатки, что эти, можно в принципе разобрать. За 10 минут это можно сделать. Ничего страшного не произойдет. Так, лучше защита от ветра. Защита от ветра. Лучше защита. Понимал. Так. Минус ноль, ну типа. Я хочу свои ботинки отремонтировать. Так, ладно, пойдемте отсюда. I've never been so hungry in my life. Еще покушаем. Съедим шоколадку. Съедим вот это вот. Вот это.
Выпьем водички. Так. Угу. Опять же припасы. Окей. Здесь получается тупик и тупик. Давайте все-таки сбегаем, посмотрим, что там находится. Как минимум я тут вижу машину, которая что-то может быть. Банковской ячейки. Вот вопрос, чего тут находится. Нормально. Я лоханулся. Так, вот тут какая-то локация. Это вот так читать. Я просто забирал. Could end up being useful. Неплохо. Рисовый шлем. This will come in handy. Зона отдыха. Реально подписано. Ладно, давайте возвращаться. Заодно постараемся еще одного кролика добыть.
Там... Давай. Блин, это шутка Джокера какая-то. Давайте, последняя попытка, короче. Надо же. Никогда такого не было. Я вот что думаю, может мне тут разделать кроликов по-быстрому? Нет. Надо идти отсюда. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Мог бы, кстати, тут. Разыскать все, что хотел. Ну да ладно, так. Тайник недалеко от церкви. Плохо. Вот это я уже открывал, да?
Там нет ничего. Стоп, а вот тут я был. Угу. Было. Ломчика взяли. Так. Ну. Что ж, начнем. Вообще, по-хорошему, я бы все-таки что-то с собой забрал. Все-таки я бы что-то с собой взял. Ага, я понял. Ты типа задание выполнил. Так, тогда мы вот что делаем. Мы разделываем наших кроликов. Так. Срезаем все мясо, шкуру и кишки по-любому. Это вот тоже надо разобрать. Thank you.
the way into town, there was an old man. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. But the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Почему? У меня же вроде... дофига этих. Ладно, давайте тогда выспимся. Так, выпьем водички на полную. Баф у меня еще работает. Отдохнуть. Давай 10 часов поспим. Так, я выспался, это хорошо. Давайте съедим двух кроликов. Блин. Отмена. Все отлично. Так, мы возьмем по-любому вот это вот. Вот это вот. Ой, блин. Почему я это складываю?
Так, мы возьмем с собой по-любому кофе. Возьмем отсюда всю воду, потому что нефиг тут продуктом питания делать. И, по-моему, там был еще один котелок. Не туда. Ну, котелок мы возьмем с собой. Пойдет. Да, в принципе, пойдет. Сколько у меня там веса свободного? Погнали. Сейчас, наверное, пойдем до церкви. Потому что... Понятно, это тоннель, это припасы.